Я родился и вырос в Чебоксарах, но уже 4 года работаю в Маргауше. На мое решение начать работу в Центральной районной больнице повлияла программа «Земский доктор», одним из первых участников которой я стал. Полученные средства я направил на строительство собственного жилья. Мне нравится моя работа, которая в районной больнице имеет ряд положительных сторон. Здесь есть все необходимое для лечения, да и от столицы больница расположена недалеко. Я считаю, что такая программа, как «Земский доктор», является отличной поддержкой для молодых специалистов со стороны государства, давая им не только возможность улучшить свое материальное положение, но и приобрести колоссальный опыт. И мы чувствуем свою нужность государству и людям, которым ежедневно помогаем.